Приветики. У вас есть магнитики, и вы с ними уже наигрались. Что же делать дальше? Все очень просто. Вы можете использовать их как вешалку для ключей, например. Вешаете магнитик, а на него ключи. Ну, либо я буду использовать его вот так. Сюда магнитик. А наверх ключи удобно. Уходишь из дома, забираешь ключи, приходишь домой, вешаешь ключи. По-моему, круто. Из этих магнитиков я уже сделал фигуру, и можно ее использовать тоже как такую украшалку. И не обязательно к лампе, а вообще к чему угодно. Вообще круто выглядит, когда она такая подвешенная. Висит где-нибудь. Также их можно хорошо использовать как заметки на холодильнике, как держатели заметок на холодильнике. Берем и прикрепляем таким вот образом. Или не только на холодильнике. Можно и на плите где-нибудь, например, приготовь себе завтрак, там-то лежит то-то. Можно даже на лампе оставить заметку какую-нибудь. Вообще где угодно, можно ими скрепить какие-нибудь предметы между собой. Одним магнитиком или двумя, две каких-нибудь железячки между собой скрепить. Да вообще можно где угодно их использовать. Можно написать «купи то-то-то» и прикрепить на холодильник. Или, например, к плите прикрепить в кастрюле там завтрак, или там еще что-нибудь. Или на лампе тоже не работает лампа. И тот, кто приходит, будет знать, что нечего нажимать, потому что она все равно не работает. И не работает лампа, купи новую или там что-нибудь такое. Ну, вообще удобная штука. Или также можно подвесить на что-нибудь те же ключи, там, например. Или, я не знаю, или соединить два каких-нибудь две железяки между собой, чтобы они не болтались, не расходились. Ну, вообще удобно как бы. Как-то так. На этом все. Всем покедова.